ужинался во всей квартире. О, а это что? А, что ему? Тут до меня парень жил, хиппи. Ему нравилось спать высоко. А если грохнешься и сломаешь себе что-нибудь? Ну, грохнуться с таблетки тоже можно точно сломать. Сахар, сливки? А, нет, без ничего. Не жалуюсь. Да я ей каждый день говорю, что я гость. Она эти мысли к себе представить не может, что мне здесь лучше одному, чем в обществе с ней кухаркой. А как только она эту квартиру увидит, вообще с ума сойдет. Она еще здесь не была, но и заранее все не нравится. Вот знаешь, она первым скажет, как только дверь откроет? Что? Клянусь, у меня сейчас начнется истерика. Что, часто сыграют истерики? Часто придется. А что их отличать, они все одинаковые. У всех золотые платья, высоченные каблуки и здоровенные сиськи. Нет. Я уж скорее дитя, жертва развода. Долго ты была замужем? А, долго! Мне казалось, это вообще никогда не кончится. Это тянулось целых 6 дней. Ну, человек не был виноват. Ты вообще никто не был виноват. Просто большая ошибка. А что он себя представлял? Джек? Да. Да мне о нем говорить надо. С ним до самого гроба, как на крыльях. И вообще, брак еще куча всяких обязанностей, а я не умею быть ни обязанной, ни привязанной. Ты меня понимаешь? Понимаю, но я на это по-другому смотрю. Ха, значит, не понимаешь. Это я по-другому не понимаю. Чего? А что ты все пепел кружит, сыпишь? Что, убралась в пепельницу? Ну да, хуже она. Сталкивалась со слепыми. Да, мы народ малочисленный, мы эскимосов. У тебя много знакомых эскимосов? Нет, ну серьезно. А правда, что у слепых есть какое-то шестое чувство? Во-первых, оно было бы только пятое. Во-вторых, нет, правда. Другое дело, что обоняние, осязание, слух у нас работают чуть лучше, чем, например, у тебя. Поскольку нам приходится больше чувствовать. Я пересела. Я знаю. Я на стучке. Я знаю. Как ты узнал? Я же слышу. Звук с переносится с другой стороны. Так жили пару месяцев в Лос-Анджелесе.
А потом он захотел на мне жениться, а я ему второй раз замуж не. А ты его любила? Нет, зачем? Потом привяжешься, или что, да? Неустрашимый борец с преступностью и со всяким злом. И в конце как... Слушай, а можно выпить? А мне только вино. Я только вино пью. Вино с колбасой? Да, с чем угодно. Ну хорошо. И они, в общем-то, даже имели успех. Угу. Но за исключением слепых. В жизни это совсем все по-другому. Я тебя ничего не дошла. А где ты учился? В гостиной. Ко мне специально учителя приходили. А я думала, просто до слепых есть на школу школа? Есть, но тогда я про это ничего не знал. Я вообще до прошлого года мало что знал. У тебя колбаса получилась. А что было в прошлом году? Разве говорил, что я ее любил? А как она выглядит? Красивая. Как ты знаешь? А какая я тебе интересна? Интересно. Я дико красивая. Интересно. С такими вещами не шут. Знаешь, я тут часто думаю, если бы мне хоть на секунду дали зрение, я бы хотел посмотреть, какой я. Я скажу. Ты очень милый и жутко сексуальный. Что-что? Накладные ресницы! Дай на клей, чтобы свои больше глаза оказать. Я уже ничего не ненавижу. Ну, что скажешь? Разве я не купила за бутылку? Я не имел случая попробовать оригинал. Она с ними отличится даже без помощи зрения. А это грудь. Моя. Белая. But the difference is I don't judge you. You believed in your fair. Типа, долой вашу лажу! Или кому за 30 жилье?
Не, вообще еще по матери я начала знать протест против матери. Ну вот один раз я как-то заявилась домой с этими костными сандалиях, бусах. Так она офигела. Ей так понравилось, что она потом еще почище меня запалась. Да, вставай. Сюда. Вот. Так, спокойно, спокойно. Сейчас будет за два. Так, подожди, не дергайся. Слушай, она совесть слишком. Ты всегда открыта? Нет, обычно она закрыта. Это я ее сегодня открыл. А это что такое? А сейчас ты на что смотришь? Мне и самой интересно. Твоя кровать. Мама, это моя кровать. Да как ты спишь на такой высоте? Как младенец. А что будет, если свалишься вниз? Встану и поднимусь наверх. Где ты хранишь пищу? В ванной. Там шкаф, комод. Комод в ванной. Привет. Надо глубины души. Ведь у тебя в ванной комнате даже ванны нет. Я проиграл. Подожди. Ванна есть. Вот она, здесь, под столом. Мама, поставь, что она приедет, поставь! Мама,
я не хорошенькая. Ну, может, при определенном освещении не могу быть ничего. Хорошенько уж нет. Выпусти меня обыкновенно хорошенько. Ой, ну уж конечно. Ну, конечно, точно. А еще бы не точно. Эти грабленные, просевчие глазки, фигура с запасом. Может, не вы говорили? Чего же, милочка? Расставимся. Знаете, во мне и так слишком много плохого. Не будем сюда еще в драме добавлять. А знаете, что мне в вас нравится? Конечно, знаю. Ничего. So you think that I'm harder than easy. Пойди от двери. Хорошо, ухожу. Да, пойди. Который не может видеть. Может, это ночью, Ральф, если плохо. Да, а ты так сказал, что у тебя значит этого никаких комплексов. Да. Ты молодец. Тебе не нужно кричать. Мой сын не глухой, мистер. Да он слышит 100 раз лучше, чем мы. Ничего подобного. Да, обоняние, он знаешь какое. Может быть, вам что-нибудь или Ральфу отмечали это событие. И мы там выпили, я уже не помню, что. Он перенял. Да. Да. Ты все-таки получила роль? Да и нет, но я буду играть, но не главную роль. А кого же? Домика? Его секретаршу. Там небольшая роль, но есть очень хорошая сцена. Старик, послушай, жил, казалось, превосходно. Я этим гордился. Мне ужасно волновалось. Представляешь, помимо того, что нужно произносить текст, его нужно говорить совершенно голый. Для чего ты не должна была раздеться? Понимаешь, старик, в этой пьесе много обнаженных сцен. Да. Мы должны были посмотреть на исполнителей, ну, как в натуре. Я здесь ничего, что я вот так все выбрал? Конечно. А мистер Росин, вам как хочется? Черный, пожалуйста. Зато теперь никто не будет говорить, что я ханжа. Ну, кто же рискнет сказать такую чушь? Вообще, сначала мне эта идея не понравилась, но когда я зашла, а там, помимо меня, еще человек 40 и совершенно голый, ну, каково бы вам было на моем месте? И вот уже агония. И она катается по сцене туда-сюда, голая! Выкрикивает только 3 слова. И она их кричит, кричит, кричит! Ну, я не уверен, что их можно произносить в этом. Простите, вы намерены произносить выражение со сцены, которое нельзя произнести здесь. Можешь сказать. Понравилось, миссис Бейк? Себя заранее не настраивала. А я забыл сказать, последний новинка драматургии, которая понравилась маме, был Гамлет. Да это не порнографическая пьеса. Просто там все как в жизни. А маму жизни касается. Это правда хорошая пьеса. Просто нужно немножко почистить. Я сказала про дезинфицию. Что ж, видимо, придется обойти без поддержки Скарлетт. По крайней мере, на одну столу вы, дамочка, можете не рассчитывать. Свои деньги смотреть на бригаду бесстыдных идиотизм. Но это наша жизнь, если бы. Понос тоже наш жизненный стиль. Однако я не думаю, что следует из этого устраивать развлекательное зрелище. Нет, вы правы, да, а вдруг спектакль закроет полиция. Полиция? Угу. Да я тебе зуб даю на отсечение, что вы будете как минимум дождь. Ну, Бенсон я помужу, а выступать будут по своей фамилии. Вы запомните, а то вдруг я сделаю звездой, а вы даже не знаете. Что ж, мне пора отомстить, должен принести пьесу. Сколько ты собираешься? Да у меня немного вещей. Ты иди, я догоню. Ну, если ты будешь копаться, я подожду. Сколько ты чемодан? Всего 2. Ну, шкаф-то у меня один. Ты что-то отвечаешь?
Ну да, я что, не говорила? Нет, я не говорю. Ральф предложил к нему переехать. Ну, предложил бы ты. Какая разница? Кто? С кем? Нет, то есть я хочу сказать, что это не совсем далеко. Где? Другой конец города. Говорю же, недалеко. У него там такая же классная квартира. Такие же обалденные окна. Правда, кровати такой нет. Ну, то есть, Дон, ты можешь приходить к нам в гости в любое время. Ральф! Да! Слушай, старик, приходи к нам, когда хочешь. Будешь для нас как член семьи, правда. Я же говорил, Дон понравится тебе. Ну, конечно! Уйти-то от Ральфа проще некуда, захотела и ушла. Вот у тебя слепого будет потруднее, верно? Тут, пожалуй, совесть будет мучить. А какой дьявол тебе мучение совесть, а? Вот. Ты можешь убить меня, можешь ненавидеть. Но меня... Хочешь?